Всем привет! Сегодня у нас обзор Fujitsu Livebook E734. Этот ноутбук предназначен для бизнес-задач, презентаций, документов, таблиц и прочих программ для работы. Его вес около 1,7 кг, габариты 320 на 225 на 30 мм. На левой стороне расположены разъемы смарт-карт, microSD, USB 3.0, DisplayPort и VGA для подключения монитора или телевизора, Ethernet LAN, отверстие вентиляции и разъем питания. На правой аудиоразъемы, 2 USB 3.0, DVD-привод и замок Кенсингтона. Внутри установлен процессор Intel Core i5 43200M и встроенное видеоядро Intel HD Graphics 4600. На выбор несколько комплектаций по памяти 4/8/16 оперативной и различные объемы SSD или HDD накопителей. Клавиатура выполнена в черном цвете с приятным ходом клавиш, а тачпад отзывчивый и удобный, как и у всех Fujitsu. Экран имеет диагональ 13,3 дюйма, разрешение 1366 на 768 пикселей и ITN-матрицу с неплохими углами обзора. Встроенная веб-камера позволяет участвовать в онлайн-конференциях в Zoom, Skype и прочих приложениях для видеосвязи. Она снимает Full HD разрешение с 30 кадрами в секунду. Основные сценарии использования – это удаленная работа с документами, таблицами, презентациями и различными файлами. На нем также можно работать в Photoshop над простыми графическими задачами. YouTube, Twitch и прочие сервисы для просмотра видео и прямых трансляций отлично работают на устройстве. Fujitsu Livebook E734 отлично подойдет для тех, кому нужен мобильный ноутбук для бизнес-задач или повседневного использования в обычном или удаленном режиме. Спасибо за просмотр, если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь. Всем удачи и пока!